А теперь возвращаемся к главной теме дня – итоговому заседанию дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Речь шла о самых важных проблемах. В числе других Владимиру Путину задали вопрос о ситуации в российской экономике. Президент считает, пик кризиса пройден. В значительной степени наши трудности связаны с падением цен на мировых рынках энергоносителей. Какие инструменты вы используете для диверсификации экономики и преодоления кризиса? Нам нужно обратить внимание на национальную валюту. Центральный банк делает это и делает достаточно уверенно. В этой связи считаю обоснованными утверждения тех наших специалистов и членов правительства, которые считают, что пик кризиса пройден. И теперь нам нужно сосредоточить внимание на как раз этих факторах, о которых я сказал, на поддержке особо пострадавших отраслей промышленности. Это строительство, машиностроение, автомобилестроение, некоторые высокотехнологичные отрасли, строительство. Для этого правительство выделило дополнительные ресурсы в объеме 150 миллиардов рублей. Финансовое обеспечение, в принципе, есть. Нам нужно продолжить ту работу, которую мы проводили в течение предыдущих лет. И одна из них проводится Центральным банком, как я уже говорил, это стабилизация национальной валюты. И это тоже один из показателей, который дает нам право утверждать, что наступила некоторая стабилизация.